Добрый день, коллеги. Подготовлен к эксплуатации очередной копипринтер Рика Припор DX4545. Внешний вид аппарата. Никаких скрытых или явных дефектов здесь нет. Все работает. Аппарат полностью готов к эксплуатации. В прекрасном состоянии. Мы провели предпродажную подготовку, выполнили техническое обслуживание данной машины. Здесь вот есть небольшие такие потертости, это в процессе перевозки, но это ни на что не влияет, все работает, все. В хорошем состоянии, сейчас покажу платок, тоже все работает. То есть как мы его получили, так мы его и оставили. Там уже вы по желанию можете убирать этот крепеж, скотч, оставлять как захотите сами. Все складывается, открывается, закрывается. Счетчики данной машины. Смертельный номер. Вытащить раскатный цилиндр. Одну руку. Вот внутри такое состояние. Думаю, вам видно. Все чистенько, все замечательно. В хорошем состоянии раскатный цилиндр. Сейчас его поставлю и покажу.
Последние оттиски прогоняли в А4 формате. Когда будет у нас заказ на третий формат, мы покажем вам этот аппарат уже в работе, в А3 формате. Чтобы просто зря не гонять машину, ее ресурс. Если у вас будет потребность, пожалуйста, обращайтесь. Вот наши контакты.